Всем привет! И сегодня мы выполняем домашнее задание по учебнику Next Move Workbook 1, страничку 16. И сегодня у нас Unit 2 Around Town, часть 2 Вокруг города. Vocabulary Places in Town. Словарь Места в городе. Задание 1. Complete the puzzle. Find the hidden place. Закончите пазл. Найдите скрытое место. Первое. Bank. Второе. Shopping center. Третье. Police station. Четвертое. Museum. Пятое. Park. Шестое. На картинке мы можем видеть кинотеатр. Пишем cinema. Седьмое. Train station. Восьмое. На картинке мы можем заметить, что восьмое – это кафе, и поэтому мы пишем «кафе». Девятое. Library. Девятое. Библиотека. Переводим. Банк, торговый центр, полицейский участок, музей, парк, кино, вокзал, кафе, библиотека. Задание 1 мы выполнили. Переходим к заданию 2. Match the words to make for places. Then look at the picture in exercise 1 and write the correct number. Соедините слова, чтобы сделать 4 места. Затем посмотрите на картинку в упражнении 1 и напишите правильное число. Town, square, post, office, bus, station, sports center. Переводим. Центр города, почта, автобусная остановка, спортивный центр. Town Square – это 3. Post Office – 14. Bus
Station. Bus Station 12. И Sports Center 11. Задание 2 мы выполнили. Переходим к заданию 3. Look at the picture in exercise 1. Complete the sentences with these words. Посмотрите на упражнение в посмотрите на картинки в упражнении 1. Закончите предложение с этими словами. The town square is behind the police station. The post office is next to the bank. The park is in front of the train station. The sports center is behind the hospital. The museum is next to the library. The cafe is next to the cinema. Переводим. Центр города за полицейским участком. Почтовое отделение рядом с банком. Парк перед вокзалом. Спортивный центр за больницей. Музей рядом с библиотекой. Кафе рядом с кинотеатром. Все слова из бокса мы использовали. Задание 4. Put the words in the correct order. Поставьте буквы, слова в правильное место. Square in its town, no there. No, it's in town, in the town square. Excuse me. Is the bank here? Is it behind hospital? Thank you very much. Yes, it's next to the post office. Переводим. Нет, это в центре города. Извините, тут находится банк. Он за больницей. Спасибо вам большое. Да, он рядом с почтовым отделением. Задание 5. Number the sentences from exercise 4 in the correct order. Пронумеруйте предложение из упражнения 4 в правильное место. Пол. Excuse me, is the bank here? No, it's in the town square. Is it behind hospital? Yes, it's next to the post office. Thank you very much. Мы выполнили всю страничку 16. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новых уведомлений о нашем канале. И всем пока!